Всем привет! Вот заболел я теперь мая 2018. Хочется рассмотреть ее, посмотреть, как здесь все устроено и сравнить ее с Blender, 3D Quad и ZBrush. Вот установил мая 2018 и вот такой у меня огромный интерфейс. Давайте посмотрим, как теперь все это дело можно изменить. Заходим. Здесь есть вверху вот именно файл, edit, все вроде бы понятно, как и в Blender, и в других программах. И вот Windows. Заходим и Setting Preferences. Преференции именно так же называется без Setting. Были просто преференции именно в Blender 2.79, 2.80 и 2.81 в принципе стандарта. Заходим в преференции и давайте посмотрим, найдем тут чего нет. Так, установлен интерфейс. Вот это все у нас интерфейс. Так, мотаем колесико. Вот это дело, ага, получается раздвинуть. Уже радостно, все нормально. И вот написано интерфейс scaling. Вот стоит 150 custom scaling. Ну и посмотрим. Вот можно до 100 опуститься. Оно еще есть. Ага. Вот только 100%. Здесь стоит 144. Так, 100%. Ну, давайте 100% поставим. Вот это Do Not Scale. Это я вот Do Not Scale. Scale это типа размер. Не использовать размер, что-то в этом духе, наверное. Ну, ладно. Сохраняем. Вот, опять же, клавиша Save. И теперь, как и в ZBrush 2019, походу, нужно все это дело перезагружать. Нажимаем закрыть и потом перезагружу и покажу, как изменился интерфейс. Перезагрузка прошла успешно и вот до таких размеров интерфейс у меня уменьшился. Конечно, хотелось бы чуть-чуть его еще поменьше, но, наверное, привыкну, там больше нету, там только 100%. И вот видно на моем агрегате это вот такой вот именно предел. Ну, вот такая информация. Давайте теперь посмотрим, как в ZBrush 2019. Это, не, давайте в ZBrush 2020, там все стандартно. Зайдем и попробуем сделать то же самое. Ну, это для тех, кто любит ZBrush. Вторая проблема у меня именно с размером интерфейса. Вот была первая с ZBrush 2019. 18-я тоже вот так у меня была. Не знал, как это дело все исправлять. И давайте теперь покажу, как в ZBrush все это дело настраивается. Заходите в преференции. Это уже здесь вверху. Не надо глубоко залазить отдельно все. Преференции. Находите интерфейс. Вот он. И находите UI. UI вот у меня стоит 38. Это самый малый размер. Можно поставить, допустим, 83, 116. Здесь большая вот эта... Большой вариант именно вот этих значков можно вообще сделать на какой-то, наверное, планшет там или еще, не знаю. И потом вы это все дело опять же перезагружаете. И все у вас получается, типа вот добиваетесь, ставите тот размер, который вам будет приятен. Вот этот более-менее стандартный, все значки видно. Так, ну вот. Такая информация. Все, всем пока, до свидания.